Мы нашли колодец. Садный колодец, 6-9 век. В общем, здесь сказано, что осадный колодец использовался в качестве резервного источника питания. Вот, внизу там есть вода. Но носить ее надо было вручную. То есть люди не опускали веревку, а ходили ножками вниз по ступенькам, таская воду. И есть специальные штучки, где есть площадки, чтобы водоносы, которые бегают туда-обратно, могли разойтись. Вот как-то так. Идем вниз. Попробуем посмотреть осадный колодец. Вот такие тут крутые ступеньки, блин. Ступеньки, пеньки, пеньки. Высоко. Ого, вид открывается отсюда. Опа-на, о, какой дом. Дом у колодца. Вот это самое козырное место. Видимо, тут было такое вот снабжение. Можно было так тормознуть кого-нибудь, бегущего с водой, да? Стопорнуть и сказать, занеси попить водички. Так что, может, я здесь был вот в том с водопроводом. Да, красота. Ну, конечно, колодец впечатляет. Человек скорее вырубит такую штуку, да? Охренеть. Да, ну, ступеньки, конечно, блин, пеньки-пеньки. Пипец, какие крутые в этом осадном колодце. Кажется, здесь есть только таким вот таким способом. В общем, аккуратно. Надо лезть вниз. Вот такой вот вид вниз и наверх. Да, высокий колодец. Написано, что 83 ступеньки. Да, ступеньки тут такие, что может быть даже 83. Очень круто. Бестрёмно. Ну, что-то и отрывается. Ух, фига себе, камушек, где мы нас стоим, а? Обалдеть. Красота. Красота какая. Лучше ниже не лазьте, ребята. Ясно. Ну, мы вроде тут с 14-летним ребенком. Красота. Посмотрите. Сейчас посмотрим, что увидим. Ой, пойдем, аккуратно. Фига, тут оно так стрёмно. О, какая красота. Чего себе? Тут веревка есть, да? Может, по ней. Интересный колодец. Ну, ступеньки очень крутые. Проход вниз за веревочку. Сейчас попробуем его преодолеть. Красота. Вот тут веревочка вниз с адскими ступеньками. Теперь за веревочку все-таки можно спуститься. Что мы попробуем сделать сейчас. Тут открывается вид. Дырка в стене, блин, вообще жизнь полная. Адский путь за водой. Вот настолько крутые здесь ступени с веревкой вниз уходящие. Но мы попробуем здесь забраться. Мне бы еще до веревки спуститься. Тут летучие мыши летают. Да? Да. Я только что ее видел. Ох ты, какая красота. Прям сюда летела. Круто. Держишься, Юрка? Ну, короче, там за нее надо будет держаться практически полностью. Ты упираешься ногами, грубо говоря, в скалу, да, в выступы, которые есть, и идешь за веревочку. Нет, ничего особо страшного, но держаться за веревку надо крепко. И в самом конце надо спуститься ко мне. Не вниз, а ко мне, где я стою. Выступы тут ко мне есть, везде.
конечно, это одно название не выступит, но содержать за веревки по ним можно спуститься. Угу. Веревка тянется, так что аккуратно спускаешься и идешь ко мне вот эту расщелину. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Нормально. Дай руку. Нет, 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 только держись за веревку, пожалуйста. Не отпускай ее до самого конца. Опа, опа, опа. Отлично. Есть, мы прошли. Да. Мы прошли особо опасный участок пути. Есть. А вот и, собственно, сам колодец где-то здесь. Мы там видели летучих мышей. Теперь мы идем по этому ходу дальше. Ух ты. Он даже затоплен водой. Вода до сих пор есть. Круто. Ух ты, а вот она летучая мышь летела туда. Прикольно. Фига себе тут. Так, попробовать сходить дальше. Еще попробуем снять ботинки. Конечно, замерзну, но потом отогреюсь-то быстро. Ну да, по такому навести. Ну, а шорты позволяют. Что ж, будет интересно. Вода ледяная, это понятно. Смотрите, вот сейчас я буду использовать по назначению. Смотри, свечки, выемка для свечек. Ну, ох, какая летучая, разлеталась, да? Вообще козырно. Ух ты, какая сидит, что-то там. Шевелит ушами, чем она там еще может шевелить. Прикольный ход. Да, наверное, влетело. Холодно, 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 холодно. Холодно и глубоко, холодно и глубоко, холодно и глубоко. Ну вот там конец и дошел до конца. Ух ты. Просто такие красивые кадры. Это волны в воде. Так вот. Здесь набирали воду. Питьевую. Не думаю, что сейчас ее используют для питья. Отсюда, ты говоришь. Как я замерз. Но это было интересно. И очень красивые кадры получились, я надеюсь. Сейчас выйдем туда, где чуть-чуть потеплее там оденемся. О, все, стой, вот тут уже тепло. Да. Там мы уже, наверное, не полезем. Нет смысла. Да, большого смысла в этом не вижу. Хотя, конечно, тропинки там идут. Может, что-то интересное там и есть, но... Чего-то идти туда не хочется. А вода вот прямо в горе. Удивительно, откуда не знали, куда копать, когда это копали, чтобы ее найти. Странно. Ну давай, Юрка, я в тебя верю. Я тоже в себя верю. Тут легко на самом деле. Опа. Оп. Не срываться. Вот, ну держись руками. Помни золотое правило. Никогда не хватай. Всегда держи хотя бы одной рукой, держи за веревку. Красота. Ну вот, лезем дальше наверх. Верка, осторожно. Мама очень злая. Ну да, тут стрёмно. Ну, она у вас всегда очень злая, мы привыкли. Понятно. Ох, какая красота. Здесь непросто. Не поднимайтесь быстро, вам сейчас мама по шее даст. Идем, идем. Сказала, что вас ждет. Там непросто. Ой. Ой, Миша, сколько мы имен слышали. Ладно, сейчас уже поднимемся. Да тут, тут, Юрка. Все живы, все целы. Сколько маршек прошли? До какого уровня? До конца. До конца? Ага. Там же, говорит, ступенек нет. Вот, мы сейчас дошли, да? Шестого, да? Шестое это что? Не подписано, что? Всего семь? А, нет. Да, вот седьмая это подъем, начало осмотра.
Дальше у нас вот эта шестая, потом пятая. Что это, колодец был вот этот, видимо. Сейчас мы идем на базилику. Потом на пещерное сооружение, потом храм Успения. Потом что-то еще. И храм всадников. И обратно. А, вот комплекс главных городских ворот. И обратно, да, вот здесь наша машина. Ну, то есть с другой стороны, что ли, получается, да. Миша, ваша? Так, сейчас идем обратно. Мы прошли вот так, вот так, вот. А-а-а. И сейчас возвращаемся обратно вот так. То есть машина у нас и сколько? Пойдем сюда. Машина. Машина у нас здесь, да. Вот, а мы поднялись вот так. Прошли где-то вот так по дикой тропе. Сейчас идем по дикой части. Такого. Ну как, ничего не было. Нет, ну, было фига себе, не было. Не такого. Ага. Было-было, очень много. Красиво. А где храм такой? Ой, ящик. Да, да их тут столько, что я уже устал их снимать. Да, по дереву так чуть-чуть. Ага. Садный колодец туда, базилика туда. Видимо, сюда. Ух ты. Ничего себе какой. Большой. Пещерный город. Ступеньки. Ух ты! Я же сам испугался. А он не испугался. Я знал, это точно. Ой, какая красота. Окошки для света. Ну, вот проход сюда. Кстати. Хе-хе, прикольно. Ничего себе, тут так просло плющом. Сейчас попробую. А Юра где? Спуститься вниз. А Юра куда уполз? Я попробую тут вниз. О, а Юра наверху? Да. Оп, я внизу. Ух ты, как тут интересно. Прикольно. Еще целая хата большая. И тут стрёмная пропасть. Ху-ху! Хрена себе пропасть. Да. Наверное, раньше здесь был мостик. Обалдеть. Красота. Лепота. Да, но в тот камень сейчас не пройти. О, какие тут дома-то, а? Изрезанные. Во! Так, жена, сбивай посуду, я иду спать. Красота. Угу. Чего себе тут такие дырки красивые. О, какая скала. Ух, какая пропасть. Вниз открывается. Ух ты. Ничего себе тут такой видок. Да, красота. Большие дома. С видом на море. Ух ты. Нет, тут с видом на горы. Не, ну мы на Вангубкале лазили, там побольше. На море. А? Побольше? Да. Там трехкомнатные, четырехкомнатные, прям видно. Жилье. И там эти красавчики живут. Не, мы лазили на типе Кермея, на этот самый, на этот, на Б, который. Я сейчас забываю. Тоже интересно. Вот здесь. Другое. Здесь же все. Их тут много. Полево просто туда. Ну вот сейчас на Мангуб как раз поедем. Да? А после. Этого а там поинтереснее.
Там они покрупнее. Ну как будет еще дорого, там дальше интересно. Еще не дошли. И там тоже в одном месте спускаешься вниз, ну как вот ступеньки, как вот в этот колодец, угу. только вдоль стены. Угу. Это монастырь. О, прикольно. Да, тоже интересно посмотреть, конечно. О! Но мы в монастырь не лазили. Сыковато по ступенькам. Понятно. Ух ты. Деревянное метательное оружие, чтобы оно не шаталось, до того глубокая ниша, стреляем, и тем вот, ну и стреляем в сторону мангута. До мангута 2 километра. Вот этот дальний мысик слева, это мангут. Это московский дело. Это грунтовка для УАЗиков. То есть напрямую 2, это мы 15 километров от движения. Понятно, да? А что дальше? Сюда, сюда. Ножку тянем, тянем. Во, молодцы. Надо вниз, тянем ножку, молодцы. Ух. Чего себе, какие они дырявые, как сыр. Вера сама выбила все. Логично. Спасибо, логично. Ого! Вот это да! Много тут колонн. Такие огромные залы. Я нажил какой-то очень обеспеченный товарищ, скорее всего, вождь. Оба-на! Всего этого народа. Оба-на! Многокомнатные. Да, огромное днище, красотища, да и только. Опа-на, ничего себе тут. Колонны, сталактиты, сталагмиты. Тут чуть ли не место для гроба. Опа. Огромные залы. Тём, ты где? Юра, наверху? Угу. Вот какая красота. Еще одна большущая комната. Наташ? Вы где там? А, угу. Смотри еще. Да, вот дырка в эту комнату тайную. А я попал отсюда вниз. Отсюда? Через кусты? Да, там дырка. Понятно. Да. Красиво. Давайте остальные осмотрим, эти большие жилища. Да. Вот эти скалы дырявые. Тут же вся скала выедена. Тоже. Ух. Фига, тут такая высота. Помещение большое.
Во. Ничего так. Некая пропасть в бездну. Красота. Красивый город. Очень красивый. Как изъеденный сыр. Скалы. О, вот тут тоже было жилище с таким вот видом на мангуб. Сейчас посмотрим, что тут такое. О, еще проход в жилище. Канатка водоводная. Да. О, есть проход, Юрка. Да, это интересно. О, какая комнатка в камне, насквозь продолблена. Обалдеть. С одной стороны пропасть. С трех сторон пропасть. Там пропасть, там пропасть и там пропасть. То есть люди прямо как эти орлы горные. Да, красота. Да. Скалы изрезанные. Так, сыр. Тоже интересное жилище. Такая кошка идет, она в никуда просто обязана. Вот так вот она выглядит. Ух ты! Аварийно опасная пещера. Вход для жизни людей запрещен. Да, наверное, не стоит туда лезть. Так, обвалится. Со всем этим камнем вниз. О, какая! Ничего себе тут опять! Ого, площади! Да, впечатляет. Опять секретный колодец. Впрочем, может и для воды. Переждать осады. Ох, какая красота! Большущий город. Угу.
Красота. Лепота. Да. Удивительные города. Красоты неописуемой. Вау. Обалдеть. Красиво. Ого! И даже там кто-то жил. Там ступеньки были. Очередные ящерки. Ух, красота какая, спускайтесь сюда, здесь прикольно, идите, идите, тут хорошо, интересно, красивые виды, и легко там, хорошая тропинка, ее плохо видно, но она хорошая, вот какая красота, древняя колонна, зачем, животных привязывают что ли, для рабов, и тех других. Слив воды. Что-то, по-моему, тоже есть дырка. Наверное, сюда можно сходить. Да, но здесь, конечно, самые колоссальные постройки. Ступеньки вниз зачем-то. О, прикольно. Да, вот такие вот интересные. Пытались сделать что-то. Глыба. Какой вид. Красиво. Да, вот лицо. Два глаза. Два глаза, нос и рот. Все видно. Красота. Такие вот забавные деревья при входе. Да, ничего себе так тут. Ух. Да, тут много. Еще большие сооружения. Большие домики.
Многокомнатные, с красивыми видами. Красота. Ну, на тот раньше был подъем. Откуда-то. Но то, откуда он был, он кончился. И сейчас туда, в общем, не пройти. Чего все тут? Ух ты. Да. Большие домики. Чего ты ешь? Стрёмный звук. Стрёмный звук. Пойду-ка я отсюда. Ещё один вход. Красота. Огромные. Большие города. Себе. Какой дизайн. Винтовая лестница спускается вниз и открывает проход туда. Красота. Красиво. Тут храм. О, какая красота. Да, действительно маленький храм. С маленьким бассейном для воды. Все храмы были с водой. Вот это вот храм Успения называется он. Маленький он, конечно, но он есть. Храм Успения. О, алтарь. Что-то такое, да? Свечки ставить. О, смотри, икона, Юрка. О, смотрите-ка, Наташа. Вот это да, вот это роспись, сохранившаяся с тех времен, ее видно. Святые, смотрите. Вот это круто. Да, видишь, вон, это святые, это икона, да. Это все роспись. Обалдеть. Ее видно, да. Осталась роспись храма, действительно. Круто. Конечно, все попортилось, но что-то все-таки прослеживается. Фу, ничего себе. Как тут было? Ну, действительно, храм. Даже видна роспись. А это что такое? Это не храм. В центре тут были прям дома. Какие-то непонятные. Ничего себе. Горшки или кирпичи. Вот она, что ли, или нет, интересно. Фух. Красота.
Да, вот в центре что-то похоже. Базилику, да. Вот мы видим что-то непонятное. Какие-то круговые строения. Прям-таки алтарь. Я, по крайней мере, похож на алтарь. Что-то такое. Вон, так и есть, это базилика. Вот эта базилика. Колонна. Да, остатки колонны, которая тут стояла, что-то украшала. Такая вот она тут. Колонна. Вот, все-таки увидели мы базилику. Вот, пойдем о ней почитаем немножко. Базилика 6-13 век. Базилика расположена в центральной части городища Эскикермен, в наивысшей точке плато. Храм имеет прямоугольную в плане форму 24 на 13 метров и разделен на три нефа с двумя рядами колонн. Каждый неф в восточной части завершается апсиоидой, алтарная часть, полукруглый внутри и пятигранный снаружи. Стены сложены из крупных тесанных известняковых блоков. Датировка постройки базилики из Кикермена остается дискуссионным вопросом. Исследователи предполагают даты 6-8 век. Видимо, базилика функционировала на протяжении всей истории из Кикермена. Вот так вот она выглядела. Большая. Сейчас она выглядит так. Небольшая. Все? Да. Красота. Алтарь такой забавный. Обалдеть. Лесенка, лесенка. Ну какие тут видно. Скалы. Да, большие города. Тоже скрытая дверь. Красота. Смотрите сюда. Какой красивый вид открывается. Внизу? Да, там кот еще лежал. Точно. Где-то там мы и гуляли. Согласен. Но снизу. Да, мы сейчас уже вернулись обратно. Сейчас спустимся здесь вниз и посмотрим, что тут теперь. О, какие большие. Комнаты. Да, красота. Я его нашла. Ты молодец. Он меня дождался. Да. Да. Вот так вот. Кошак на месте. Он охранял нашу машину. Ну вот мы и выходим по главной дороге из города Эскикермен. Да, по центральной улице. Прощаемся с кошкой и выдвигаемся дальше. О, какая кошечка. Погнать ее. О, кошечка. О, какой прикольный тут местный житель. Молодец. Жалко, нет рыбки. А то можно было бы ему сбросить.
Он сам залез на коленки, да? Ва какой. Молодец. С южной стороны на плато Экс-Кикермен к главным городским воротам идет вырублена в скале колесная дорога, извивающаяся тремя маршами. Верхний марш дороги был укреплен протеихизмом, передовая оборонительная стена, с которой сохранились скальные основания. Проем главных ворот вырублен в скале над воротами и существовала прямоугольная башня, с которой сохранились скальные дороги. Ворота начинались с главной улицы города. В районе колесной дороги и главных городских ворот расположен ряд пещерных сооружений различного назначения. Боевые казематы, церкви, усыпальницы. За воротами восточной части проезда расположен пещерный храм судилище. Комплекс имеет в ассортименте планировку 15-17 на 2 метра. В храме ведут три дверных проема, снабженные пазами для деревянных дверных коробок. Потолок упирается на 4 вырубленных в скале колонны. Алтарная часть, видимо, была расписана фресками. Сооружение храма датируется 11-12 веками. К 13 веку в комплексе был соединен с часовней в юго-восточном обрыве плато Экс-Кикермена, приобрел современный облак. Вот только что должен быть за клиренс, Юра, чтобы здесь проехать? Если это дорога, вот что вот это такое? Завышенная приора. Ну блин, тут такая приора должна быть с таким клиренсом, чтобы здесь проехать. Ого-го, это ведь не упавший камень, это действительно остаток такой. Это остаток башни какой-то, да? Дозорной башни. Тут поди прятался лучник и тех, кто ему не нравился, идущих по дороге, расстреливал. А может, знаешь, это, знаешь, как это было? Будка обелечивания. Касса, короче. Парковка, мне точно. Парковка? Платная парковка, туда платить. О, смотрите-ка. А здесь был храм какой-то, опять гробы. Угу. Здесь тоже была какая-то, видимо, часовенка. Гробы-то все-таки они в храмах обычно у них были. Вот так вот. И тут были гробы в отвалившемся камне. В общем, здесь вот была либо башенка, либо часовенка, что-то такое. С гробами. Красота. Вот такой вот он. Город Экс-Кикермен. Большой, красивый. Ну да. А вот, собственно, там мы ходили наверху. Вот эти пещерные города. Выбоины, выступы, по которым мы скакали. Вот это ворота из Кикермена. А дальше и тут другие постройки. Да, вот такими вот горными дорогами теперь мы спускаемся. Вначале мы поднимались по этому аду. Теперь мы спускаемся. Единственное, что думаю, не взять ли мне правее. Это не между колесами убрать. Походу, так и надо сделать. Сейчас я вернусь обратно. Пока не вижу, кого выехал из ада. Вот, выехал точно. Теперь попробуем проехать с этой стороны. Лучше так. Мне кажется, здесь ехать. Если я помню, там было жестко. Ну да, мы нормально едем с этой стороны. Вот какие-то недогонщики едут. Ну вот и лошадки, которых мы снимали сверху. Такие вот они. Там вот находятся. Да, самые пещерные города, вон они какие. А вон по дому есть. Угу. Скикермен. Дырочки. А, точно, это колодец, это реально колодец, Юра прав. Вот это тот колодец, вниз которого мы спускались. И вот те дырки, они торчат наружу, да, да-да-да-да-да. Вот такая вот история, здесь мы и спускались вниз. Вот через это типа его, это сооружение и взяли. Вроде как враги прорвали оборону, как раз таки проломив дырку в этом колодце и поднявшись по нему вверх, ну, насколько мы поняли. Да, они проломили чуть ниже, ну там в стене было видно, куда мы спускались, куда мы не полезли как раз таки по веревочке. Они вот там вот проломили дырку и взяли эту крепость неприступную.